И доброго времени суток, вы на просторах развлекательного канала Ichi Games Tube. Меня зовут Антон, или же просто Ichi, и мы продолжаем наше путешествие в модификации для варбанда The Last Days. И мы едем, собственно, сейчас в чертоги Трандуила, выполняя привычные задания с доставкой писем. И хотя это не особо интересное дело, но оно помогает нам развиваться, зарабатывать репутацию, получать средства новые на улучшение снаряжения и на содержание наших бойцов, что весьма немаловажно на самом деле в данный момент, в преддверии-то грядущей войны. Так что вот так. Еще раз здравствуйте, Трандуил, царь-государь Дайн II передает вам сообщение. Да, отлично, мы получаем очки влияния Эребора, улучшаем там отношения, очки ранга получаем, в общем, все вообще прекрасно становится на самом деле для нас. И да, прощайте, Трандуил, больше мне не о чем с вами говорить. Кстати, Мириэль, на то, чтобы взять свой отряд Мириэль, нужно всего ничего, насколько я помню, но проблема в том, что я боюсь, она будет с нашим гномом скилли враждовать, поскольку он ведь, помните, говорил про долговязых эльфов, а и я думаю, она будет к нему придираться просто-напросто. Да, есть эльф один, который будет с ним в нейтралитете, если я ничего не путаю. Эльф этот, если что, очень охрененный персонаж на самом деле, ибо этот эльф является преображенным эльфом, преображающимся, как-то так их называют, разные варианты перевода есть. Это эльф, который, короче говоря, умер, а насколько я знаю, это так все-таки работает. Некоторые считают, что это из тех, кто пробудился у Куивиэнен, это озеро, возле которого, собственно, появились все эльфы, проснулись однажды. Но вообще, этот эльф, он на самом деле умер, побывал в чертогах Мандоса. А это, для тех, кто не знал, есть, в общем, такой, что-то вроде божества, скажем так, младшего разлива. И у него есть чертоги, в которые отправляются все эльфы после смерти. То есть, место обиталища душ эльфийских, скажем так. И этот эльф, которого зовут Глорфиндейл, насколько я помню, если я вообще ничего не путаю. Я могу уже все окончательно попутать, но вроде все верно. Он как раз-таки потом вернулся из чертогов Мандоса. Да, эльфы могут из мира мертвых вернуться в мир живых, скажем так. И, в общем-то, он из таких вот. Соответственно, он знает наверняка то, чего не знают другие. У него есть опыт веков, многих тысяч лет. Ну как многих тысяч? Нескольких тысяч лет-то уж точно. И он очень крутой боец. Но чтобы его получить, насколько я помню, там в Лориане нужно нехилую такую вообще репутацию заработать, кстати говоря. Он сейчас в Лориане находится, насколько я помню. Так или иначе, давайте войдем в чертоги подгорного короля нашего и возьмем очередное задание, коль наше величество, точнее наш правитель, выдаст нам очередное поручение. Да, очередное письмо просит нас доставить в Дейл на этот раз. Ну, как я уже говорил, задания несложные, может несколько муторные, но зато мы выслуживаемся. Это все нам на благо, ребятки. Вот так вот. Но я думаю, еще чуть-чуть повыполняю. И таки, может быть, поохочусь самостоятельно на орков, в конце концов, или еще на кого-нибудь. Проблема просто в том, что покуда не началась война, не так много врагов шастает на самом деле по округе. О, в любом случае, мы зато повысили свой уровень, что тоже немаловажно, кстати. И давайте таки повысим себе теперь показатели. Так, ну теперь надо подумать, на самом деле, что нам повышать. С одной стороны, интеллект штука нам нужная. С этим кто бы спорил, как говорится. С другой стороны, у нас довольно-таки маленькая армия. Поэтому давайте, наверное, приподнимем на сей раз себе харизму.
Уж не обессудьте, но мне нужны бойцы побольше. Все-таки гномы, конечно, они не самые многочисленные армии имеют. И хотя армии гномов они сильны, но все-таки, когда у врага бешеное будет преимущество численное, то я думаю, возможность притащить с собой парочку хотя бы лишних гномов, она, собственно, не помешает, как по мне. Так, тактику мы поднять пока не можем, ладно. Обучение. Ну, обучает у нас бойцов на данный момент наш Килли, компаньон, поэтому я, пожалуй, с этим торопиться не буду. Сбор трофеев у нас на единичку взят, но не знаю. Потом, пожалуй, пригодится нам это. Давайте возьмем, может быть, мощный удар, улучшим свои боевые навыки. Мне, кстати, говорили улучшать убеждение, но фишка в том, что особо-то нам убеждение это не поспособствует. Тут даже если оно у вас будет бешено раскачано, не заработав достаточную репутацию в той или иной фракции, вы не сможете союзные народы убедить, что нужно пойти к той крепости или там нужно идти за вами. Нужно выслужиться, и только тогда это убеждение будет хоть как-то работать, насколько я помню. По крайней мере, в версии для истории героя это работало так. То есть особо проку от убеждения высокого не было на самом деле. Ребятки, так что вот так вот, как я уже сказал. Наверное, возьму себе тогда, не знаю, все-таки мощный удар. Поиск пути штука, кстати, полезная, но, в принципе, мы, может, найдем себе компаньона, который будет хорошим следопытом с другой-то стороны. Слежение не особо я вижу смысл брать верховую езду, мы, понятно, не можем взять. Или давайте возьмем владение оружием. В самом деле, мы гном, мы боец, но при этом мы-то оружие, как бы, владением не прокачали. А это нам пригодится в таком случае. И, естественно, поскольку мы пользуемся сейчас древковым, вливаю все очки в древковое оружие. Шикарно. Развиваемся потихонечку, друзья мои. Давайте. Кстати, может быть, с прокачкой уровня самого персонажа мы можем брать награды. Кстати, я вот это не подумал. Может быть, тут не ранг фракции нужен, или и то. Как-то так. Ладно. Просим? Нет, все равно он нам не дает новый предмет, ладно. Так, что? А, владыка Эсгарайн ожидает моего письма. Так, в Эсгарод съездить нам предлагают, окей. Кстати, я не помню, были ли мы в Эсгароде или нет, но так или иначе сейчас разберемся. Кстати, у нас уже с королем отношения-то, смотрите какие, 21. Он уже к нам гостеприимно относится, то есть, грубо говоря, если мы придем к королю в гости, то он, скорее всего, нас примет у себя, что тоже весьма и весьма так круто. Кстати, стоямба. Рунийские разведчики бьются с гномами дозорными и эльфами-разведчиками Темнолесья. Давайте поможем нашим друзьям, да? Давайте поможем. Прийти на помощь войскам гномам дозорным. Так, отлично. Идем на помощь. Ну, я думаю, мы справимся без проблем тут. На самом-то деле. Чё? Вперед все в атаку. Не будем стоять на месте, друзья мои. Дорогие. Вперед! Бьем врага. Бьем врага. Не дадим им, как говорится, продыху на земле-то нашей. Пусть знают эти истерлинги, что им тут ничего не светит на землях-то гномьих. Да в союзе, когда мы с Дейлушкой, великим градом стольным. Враги дрогнули, враги трепещут. Ох, темнолесский разведчик один погиб, но ничего. Эльфам больше, эльфам меньше. Главное, гномы не погибли. Правильно, правильно. Так, мы получили урон от лошади, да? Ладно. Мы никого не грохнули, но так или иначе победили. Барук Казат! Казат Аймену! Так. Зато мы заработали себе наверняка дополнительную репутацию и прочие радости жизни, да? В Дейл прибыли, вести, очки ранга, фракции Эребор получили дополнительно. И в целом все шикарно. И к нам обращается гном-лучник с шикарными розовыми усами.
Спасибо за помощь, Брайлин Костолом. То, что ты оказался неподалеку, большая удача. Да, без проблем, мужик. Без проблем. В особенности, когда вы предоставляете нам закаленных воинов-гномов и гнома-дозорного еще. А у нас с лучниками вообще беда печаль. Ну да, все, нам некуда свать новых гномов. Зато у нас появился рунийский конный разведчик пленный. Что не может меня не радовать. И куски высококачественного металла, которые мы сможем таки сбагрить и получить дополнительные очки снабжения. И давайте сгоняем в Эребор вначале, прежде чем отправиться таки в Эсгород. Давайте сдадим тут пленного, пожалуй. Поговорим с местным управителем. По-моему, с ним нужно поговорить на эту тему. Блин, а кому? В кузне нет, не надо в кузне мне, подождите. А с кем тогда? В казармах, может? Вот, точно, в казармы. Я привел несколько пленных. Поймал несколько дезертиров, Брайлин Костолом. Да нет, не дезертиров вообще-то, рунийского тут бойца одного. Давайте взглянем на эти отбросы. Вот это да, хорошее дело. И мы получим, ну, неплохо, кстати, вполне. Вполне, да. У нас уже теперь 222 очка снабжения Эребора. Хотя, конечно, половина из этого нам на плату нашим воинам уйдет наверняка. Ну, так или иначе, что он нам говорит тут? Давайте просмотрим сведения о заключенных. Я уверен, они не смогут сбежать из наших темниц. Ну и прекрасно, дружок, прекрасно, друг мой, дорогой. Я рад. Надеюсь, что он сообщит вам полезные сведения, там, попытайте его как-то или иным способом выведаете полезную информацию. Так или иначе, я рад, что этот пленный попал в хорошие гномьи руки, и ему найдут достойное применение. Да, как-то странно звучит, но да ладно. Кстати, в озерном-то городе мы не были, да, Эсгороде. А Эсгород, он, насколько я помню, отстроен был бардом-лучником-то, да, Эсгород, это ж великий город на воде-то, у озера, местная Венеция средиземская, скажем так, и мы тут ни кузнеца, ни кого-то не нашли еще, поэтому самый раз прогуляемся по Эсгороду. Вот он, местная Венеция, как я и сказал, реально, смотрите, город на озере, шикарно. То есть, чтобы прийти в город, кстати говоря, смотрите-ка, получается, нужно идти по вот этому мосту. Идеальный вариант обороны-то. Потому что, как бы, по воде-то враг не пройдет, правильно? Ну, плыть орки могут, там, какие-нибудь лодки соорудить и прочее. Но это не столь удобно для них все-таки. Тем более, когда дома выступают сами в качестве стен тоже. То есть из окон можно стрелять там и прочее, и прочее. Вообще идеально. Слушайте, круто. Очень круто. Эсгород мне нравится прям, вообще шикарно. И архитектура тут интересная, да. Ты кто? Дозорный. Окей. Так. А где у вас тут кузня и прочие радости жизни, ребятки? Только вот покажите мне. Я хочу переговорить с вашими торговцами и иметь контакты на случай чего. Так, Келлигарн, мастер луков. Ты кто? Кузнец, да? Да, в Эсгороде лучники же хорошие. По крайней мере, одни из лучших лучников, если брать людей Средиземья. Не эльфов, а именно людей. Добрый день, чем могу помочь? Что у вас, кстати, тут продают вообще? Мне интересно. Щиты вот дейльские, да. Инструменты опять-таки. Ну да, всякое такое. Луки в основном все на эту тематику. Кстати, я не отдал еще куски высококачественного металла. Ну ладно. Ничего страшного. Так, хорошо. А ты кто? Дельский ополченец. Понятно. Ясно. Слушайте, а может мы кузню можем как-то использовать? Наковальненку? Нет? Нет, сами мы походу не можем. Блин, интересно, а как же чинить предметы, если это можно таки делать? Да, вы-то, может быть, уже в комментариях мне написали кто-нибудь, кто в курсе, можно ли чинить и как это делать. Но
Как я и говорил, записываю я серии несколько штук наперед, поэтому комментарий я увижу позднее. Чем запишу управитель? Управитель — это хорошо, еще должен быть заведующий припасами. Наверное, это ты, вот, да. Ну же. Все, мы нашли всех, кого возможно было найти в данном городе, насколько я понимаю, да? Возможно, тут, конечно, есть еще кто-нибудь, там какой-нибудь персонаж, компаньон, которого можно будет взять с собой. Но я, честно говоря, его не вижу. Так, это домик какой-то. А это кто? Хранитель границ Дейла. Интересное такое ответвление, надо сказать. Ну ладно, давайте еще сюда пробежимся, посмотрим. Может, в действительности какого-нибудь компаньона найдем в самом деле. Не хотелось бы упускать. В конце концов, компаньоны, они ведь заведомо лучше обычных бойцов. Их можно снаряжать. И у них есть у каждого своя история, которую будет интересно, я думаю, почитать. Ну и прочие такие полезные вещи, как, например, в частности, их навыки, которые распространяются на отряд. Ведь за счет компаньонов мы можем компенсировать свои недостатки. А наши соратники могут нас дополнять, что не может не радовать. Ну все, мы посмотрели все, что можно, да и теперь зайдем в чертоги правителя. Довольно интересный такой дом, посмотрите. Здесь у нас хранитель границ Дейла. Давайте посмотрим на него. Знаете, он похож на Норда из обычного Варбанда. Реально, он похож на Норда. Ну хотя жители Дейла, это ж по сути северяне, если так подумать хорошенько, правильно? А ведь реально, жители Дейла, они северяне. Дейл-то на севере находится. И хотя мы сейчас не в Дейле, а в Эсгароте, но разница-то невелика. Все равно ведь, как бы... Что я хотел сказать-то? Начал говорить, а мысль не окончил. Все равно это город на севере. Так что да. Северный народ. Поднимемся на второй этажик между тем. Так, здесь у нас владыка Эсгарайн, правитель нынешней Дейла. Окей, а здесь в комнате никого нету? Никого. Ну, хотя бы покой можем его посмотреть. Довольно интересно, скромненько. Здесь что у него на полке находится? Щит, еще один щит, такой симпатичный. Копье, причем, ну или вроде того, с зацепом. Довольно удобно, можно снимать, например, всадников с лошади. Или щит подцеплять там как-то. И мечик. Интересно, неплохо, неплохо, весьма. Так, ну здравствуй, владыка Эсгарайн. Я тебя знаю. Нет, мы еще не знакомы, я Брайлин Костолом. Я владыка Эсгарайн, полководец державы Дейл. Дайн передает вам письмецо, господин. Да, получили очки ранга опять-таки. Хорошо, хорошо. Прекрасно. А, позволь мне глянуть. Да-да-да-да. Надеюсь, письмецо окажется для вас полезным, господин. Да, что-то я затупил, завтыкал, замолчал. Извиняюсь. Немножечко просто еще на часы посмотрел. Глянуть, сколько же я уже записываю. Так или иначе, давайте... Ну, не знаю, сгоняем вновь в Эребор. Может быть, еще какое-нибудь задание найдется. К королю опять-таки нашему заглянем. Заглянем к нашему мы королю, и бичелом ему мы будем, и спросим задание у него для нас. Ну и, конечно же, особый предмет. Да, ладно. Гладвайдер ожидает письма. Окей, уехал в западный лагерь лесных эльфов. Хорошо. К эльфам так к эльфам. Пока что нас отправляют по письма развозить. Ну, что поделаешь. Кстати, западный лагерь лесных эльфов. Я не припомню, чтоб мы там были. Хотя, возможно, мы там уже и бывали. Мы... Ну, меня, кстати, знаете, что радует? Начал говорить мы, а потом переключился на другую мысль. Ну ладно. Так вот, меня радует, что нас не отправляют на самом деле слишком далеко от родных нам земель. То есть, что квесты эти мы выполняем достаточно быстро. Потому что, когда, например, играете за Гондор там, или за Рохан,
то вот тут реально бывают проблемки с расстояниями. Просто в силу того, что реально вас с одной части карты отправляют в другую, и между ними большое расстояние. Ну, нетрудно догадаться, горы мешают проезду, и поэтому вот крюк такой здоровенный делаем. Так, разведчики. Что за нафиг очередной? Да, между тем мы можем улучшить наших бойцов. Гномов-новобранцев, например. Давайте вообще посмотрим. Нет, потом за кадром посмотрю, что у нас по бойцам, пока воинов сделаю. Что смотреть-то? И закаленный воин гномов у нас уже есть, да? Круто, круто. Вот такой уже боец. Кстати, тут может опять разделение потом пойдет. Гном с топором или гном с копьем. Клево. Давайте его поднимем. В первые ряды, так или иначе. Давайте вообще в целом более хороших бойцов поднимем наверх. Таких. Блин, рудокоп железных холмов. Это, наверное, все-таки начальные бойцы, да? Вот так вот сделаем. И, естественно, дозорных тоже наверх. Да, у нас стрелков-то получается всего четверо, я так понимаю, да? Да, стрелков у нас всего четверо. Нужно, короче говоря, немножечко и бойцов дальнего боя нам завести. Конечно, гномы-стрелки, гномы-лучники — это редкость. Но что поделаешь, без них никуда тоже. Да и в конце концов гномы и лучники опять-таки были. И в Хоббите, вспомните, были гномы с луками. Да и в целом это было бы странно им не иметь стрелков на самом деле. Так или иначе, входим в лагерь, в котором мы походу не были ранее. Ну тем лучше. Красота, посмотрите, как все зелено, и деревья, и тут озерцо, и на озере какая-то лодочка, да? Слушайте, лодочка, а можем ли мы к ней пройти? Блин, нет, к сожалению, вблизи мы не можем посмотреть, что же там. К сожалению, дюже глубоко мы не сможем рассмотреть. Хотя можем поближе с той стороны глянуть, мне просто интересно, кто же там? Кто же там на бреге? Да, вместо того, чтобы идти отдавать письмо, я тут рассматриваю всякое. Но реально интересно, когда переработаны локации, когда ты можешь посмотреть места какие-то, то грешно не посмотреть, собственно, их. Да, ну, туда мы на островок на этот, к сожалению, попасть не можем. Так что ладно, пойдем в лагерь сдавать такие задания тогда. Может, заодно еще кого-нибудь тут найдем с компаньонов. Я не помню, где тут все компаньоны находятся. Что у добрых, что у злых, как говорится, фракций. У темных будет более верно назвать их так. Ну ничего, разберемся. Так, здрасте, ты кто? Темнолесский страж, понятно. О, палатки какие интересные, смотрите-ка. Такие прям остроконечные, забавно, забавно. Так, ладно. Здесь у нас дозорный какой-нибудь, да? Страж, окей. Так, Дойлат, это кузница, ясно. Ведающий запасами, склады. Хорошо. Так, управитель, ага. Так, это страж. А где же полководец-то? Подождите. Запасы. Дайлат. Наверное, ближе... Вот тут, да. Вот, точно. Гладвайтер. Угу. И я тебя знаю, я Брайлин Костолом. Так. Дайн передал вам письмецо. Дайн передал вам письмецо. Ага, все поулучшали опять-таки, отлично. Ну и что же, друзья, на этом я на самом деле закончу данную серию уже. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте про лайки, не забывайте про комментарии, подписку на канал, если вы этого еще не сделали. Ну и, в общем-то, также не забывайте про репосты. Ну и я на этом откланяюсь. Как я уже сказал, надеюсь, вам понравилось. И всех вам благ, удачи и пока!